Доброго времени суток, друзья! С вами Фанатик, и это продолжение прохождения Чужих Темный Спуск. После того, как вернулись с миссии, не вывезли за один заход сразу же полностью всю миссию. Тяжеловато. Но что поделать? Сейчас посмотрим, кто готов. Серьезно, вот это Ты только снова новобранец, маленькая. которого еще и у него здоровье плохое. Новобранец, которого мы появили с миссии, спасли. Неплохой, кстати, товарищ. Не самый плохой, скажем так. Но он единственный, кто может сейчас отправляться сразу на миссию. Тем более, он вообще не прокачан. И от него там толку никакого не будет. Ладненько. Чтобы такого... Его я, пожалуй, отправлю на подготовку, потому что первого уровня от него толку никакого, давай. Вот так, вот так. Пусть тренируется. Далее притащили еще одного врача. Это очень даже хорошо. Пятый врач. Это дико полезно. Здесь новичок с пограничным расстройством. Это ужасное просто психическое расстройство. Анидзука вылечится сам. Разведчица вылечится сама. И пулеметчик вылечится то же самое. Вот остальные... Беда. Мне нужен хотя бы один сержант. Хотя бы один сержант. И хотя бы один медик. С этим проблемы. Шарп. У него депрессия. 7 дней отдыхает. Да, беда. Этот с паранойей. Причем паранойя второго уровня. Отвратительно. Куда не годится. Ладно. Техник, в принципе, на миссии будет. У меня что осталось? Нет, ну у меня трое, в принципе, медиков, но... Не все не готовы. Прям совсем. А этот не годится никуда. Получается, придется на миссию отправляться без медика. Ну и попытаюсь... Блин, ну будет 5 врачей всего лишь. Еще на один день у него сократится. Ладно, интенсивная терапия вот этого товарища. Дальше. Пропускаем день. Сенсоры Атага засекли необычный всплеск энергии на заброшенной станции и ретрансляторе в поселении неподалеку. Можно игнорировать, а можно пропустить день, но при этом получить либо вот это, либо вот это, либо вот это. Материалов у меня сейчас завались, а вот ксенообразцы, либо выживший. А если этот выживший еще окажется врачом... Давайте попробую все-таки. Спасен морпех. Блин, ну морпех это такое. Но все равно, люди это самый ценный ресурс. Пойдет. Дополнительный боец. Сразу его отправлю тогда на тренировки. Он по-любому первого уровня. Посмотрим. Клептомания. Ой. Будет воровать материалы. Причем... Очень много ворует. Ладно, если не будет выбора, то, в принципе, можно будет его взять. Хорошо. Где этот? Вонг. Давай, тренировка и еще раз тренировка. Мои бойцы немножко подлечились. Осталось еще 2 раза пропустить. Тут 12 дней. 80% процесс починки. Ну и заражение планеты. Главное, чтобы не повысилось. Для этого мне нужны ксенообразцы. По 10 штук после каждой вылазки. Для того, чтобы заражение снижать. Хорошо. Ладно, что у меня здесь по бойцам? Сержанты. Еще подлечить. Один раз. И второй раз. Все, теперь... На вылазку можно будет его взять. Он после пропуска дня подлечится. Дальше смотрим. Еще один техник не особо нужен. Шарпа бы.
Подлечить кабал с паранойей. Его, конечно, проще вылечить, но паранойя это отвратительно просто. Что еще могу? Пулеметчика, в принципе. Пулеметчика за 4 дня. Но не получится его никак. Ладно, давай вот этого подлечим. На медикаментах можно, в принципе, его держать. Давай вот так. Все. A good day to А you, теперь administrator. новый день. New objectives are awaiting your review. Класс. Дефицит медицинских средств. И 50 материалов улетает. Ладно. Трачу 50 материалов. Зато бойцы подлечились. И свободные врачи в медотсеке также появились. Что я могу сделать? В Have a nice мастерской. day, Deputy Administrator Hayes. Винтовку. Мне вот очень интересно, могу ли я сразу открыть плазменную винтовку, когда появится морпех 10 ранга, если он вообще появится. У этих винтовок только лишь размер обоим увеличены. А так они не очень. Шанс расчленения 0,6, 0,5. Ну и шанс расчленения чутка повыше. Но тут есть гранатомет, а у тяжелой винтовки гранатомета нет. И это погано. Вроде бы она должна быть лучше, но нет. Ладно, не буду я все-таки тратить материалы на эту ерунду. А значит, мы уже можем, да, на вылазку отправляться. Могу вылечить полностью еще пулеметчика. Это с пограничным расстройством. Либо вылечить бойца с пограничным расстройством и отправить его в блок психологической помощи. Пусть он там отдохнет. Давай вот так. Интенсивная терапия. Еще раз. Ауторуса. Давай еще. Дальше блок психологической помощи. И вот этого с пограничным расстройством отправляю я на лечение. Этого морпеха нельзя вылечить из-за черты камень на душе. Что? Класс. Ладно, тогда новичка давай. Understood. I'll update my schedule. Подлечим хотя бы. Дальше еще вот этого техника. Полностью излечим. Остальных слишком долго. Тут по 8, по 5, по 6 дней. See you around. Hello, но из этих товарищей уже можно собрать команду, в принципе, вполне себе. Так что отправляемся на миссию. Давай сюда. Выбрать вылазку. Вот здесь можно собрать припасы. Да, лучше. Ну, правильно, вот здесь нормально. Отсюда уже дальше побежать. Вот в этом направлении. Собрать патроны, собрать припасы. Также заскочить, взять здесь аптечку. И после этого вовнутрь и наверх. Больше лифтов я не вижу на карте. Собрать команду. Сержант. Пулеметчик, разведчик, этот, блин, с паранойей, ну что поделать, у него только будет, да, у него только будет, мятежность, машина не работает на Нидзуку, ну в общем и целом все хорошо, РПГ, давай тебе тоже РПГ. Тут снайперка и два дробовика. Мины. Нужны ли мне мины? Могут пригодиться на самом-то деле. Поэтому давай тебе. Нет, это медик. Медику не надо. Лучше технику.
Пусть минируют. Далее, выбрать инвентарь. Раз у меня будет боец, который страдает расстройством не самым хорошим. 4. Да, я вот этих 4 штучки возьму. Увеличить здоровье — это по-любому. Увеличить броню — это по-любому. Также феромоны, также кислотозащитный гель. Это прям очень нужно. И длительность фазы преследования сокращает на 15%. Это тоже берем. Время перехода на следующий уровень агрессии. На пролив тоже на... Блин, мне не хватает на все. Ладно, кислотозащитный гель я убираю. Варовые пластины тоже. Давай, успокаивающая сыворотка и транквилизаторы пусть будет. Это более полезно. И приступим к миссии. Отправляемся. Осталось 11 дней до бомбардировки. Нужно успеть покинуть планету. А починка Атага завершена только на 80%. Этого недостаточно. Нужно завершить будет эту миссию так, чтобы практически мои бойцы не пострадали. Постараюсь это сделать, собрать еще при этом побольше припасов. А которые ли я вообще взял с собой? Я не обратил на это внимания. Походу, в принципе, без турелей отправился, это будет тяжело. Без турелей отбиваться от волн практически нереально. Можно погибнуть сразу на первой же волне, хотя бы парочка турелей нужна. Жизненно необходимо, я бы сказал. Ну ладно, там есть пулеметчик. Пулеметчик очень хорош. Там как вообще. Происходит. А, сразу же, блин, ксеноморфы несутся из гнезда. Ладно, там разобрались. А где тут проход? Вот это вот. Правильно понимаю? Нет, не туда. Или все-таки сюда? А, проход здесь, да, действительно. Действительно, проход где-то здесь. Ага. Охотник туда, куда надо. Где аптечка-то была? Каким образом мне туда попасть? Обойти только с этой стороны? Да, получается, только с этой стороны можно пройти. Хотя вот здесь тоже есть проход. Нет, тогда не вариант. Возвращаемся. Возвращаемся. А где этот самый проход? А вот он. Оттуда как раз идет ксеноморф. Полз, полз и перестал. Мне нужна эта аптечка. Он там где-то сидит. Угу. Ладно. Уходит. Давай бегом сюда. Потом бегом вон туда вот. Забираем аптечку и сваливаем отсюда. Есть такое дело. Бегаем. Up, да, пятая уже. Да, турелей реально я ни одной не взял. Вот это on, полная задница, up, конечно. Постараемся максимально скрытно как-то действовать. Иначе это может track. Очень плохо закончиться. Стоп. С той стороны бегут.
С этой стороны бегут. Вот это я, конечно, подставился. Давайте сюда. Ладно, тот обходит. Здесь вроде бы обошлось. Давай тогда двигайся сюда. Избавиться от этого ксеноморфа и идем на него. Готов. Бегом. Что происходит? Почему Улей начинает мое преследование? Странно. Турели на поражение не атакуют. Да, вот это я подставился, конечно. Мы же вырубили их. А, они турели уничтожают, что ли? Да. Они уничтожают турели, вот оно что. Ну окей. Пошел, называется, за патронами. И вызвал сразу гнев Улья. Гасите вот этого. Гасите его полностью. Сразу сюда гранату запускаю. Неплохо. Хорошее попадание. Отходим. Кислотозащитный гель бы тут, конечно, пригодился. Эти гады постоянно до меня добираются. Еще одну гранату запускаю. И дробовик. И сзади один идет. Блин, паршиво. Откровенно паршиво. Вот этого добивайте. Сзади давай. Вот это веселуха. Хорошее попадание. Отходим. Собирай образцы, собирай образцы. Здесь все турели уничтожили. Теперь мне нужно добраться до патронов. Вот сюда. Ну, что там по образцам? Давайте ищем. Бегом, бегом. Бегом, 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 бегом. Патроны, аптечки, инструменты. Где она идет? С той стороны обходит, ладно. Это не страшно, возьми еще патроны. Забираем максимально быстро это все и уходим отсюда. Патроны мне точно пригодятся. Патронов нужно очень много. Все, теперь... Оп. Эта зараза где-то там идет. Надо так, чтобы не тратить патроны. Где он? Вот он этот. Давай, с дробаша. С дробаша, который снайперка. Не-не-не, завязывайте, не надо тратить пули. Пули попросту. Попусту тратят пули. Зачем? Успокойтесь. Опять преследование начинается. Стресс, соответственно, нужно... использовать навык внушения, чтобы стресс не поднимался. И так уже по 43%. На Нидзуку, конечно, не действует. Преследование прервано. А я могу вот эти турели забрать, нет? Забрать я не могу. Теперь что, попробую на каком-то из этих лифтов. Возможно, с той стороны лифты, которые мне нужны. Даже, скорее всего. Сразу бегом сюда. Они закрыты. Каким образом я должен туда попасть? А? Это вопрос, конечно, очень интересный.
Я зайти не могу. Эти терминалы не взламываются. Нужно каким-то образом открыть эти лифты. Это тоже. А, подожди, можно вызвать. Чё я туплю? Правильно понимаю? Можно же вызвать? Нет? И вызвать нельзя? Вот ты, ну ты. Вот ерунда, ладно. Будем искать в таком случае. БТР сюда. Здесь тоже ничего. Вызвать подъемник. Каким же образом я должен попасть вот на эти подъемники? Такой вопрос очень интересный. Здесь я могу только в офис подняться. В офисе вроде бы все миссии уже выполнены. Насколько я могу судить. Ползают. Целая куча иноморфов по этажу носится. Ё-моё. Что за жесть. И даже в лифте не спрячешься вообще. А, это не ксеноморфы. Это охрана. Ладно, как бы с тобой. С одним мы как-нибудь разберемся. А вот теперь ксеноморфы. Супер-бупер. Я даже не могу успеть карту глянуть. Ну-ка, на нулевой этаж. Перемещаемся. Мне нельзя, чтобы постоянно была агрессия улья. Делать так. Иначе будет полная Г. Мне показывают, что нужно зайти сюда. Этот постоянно еще стрессует даже... Когда нет агрессии из-за своей дурацкой паранойи. Но вызвать эти лифты я не могу. Взламывать тут нечего. Каким образом я должен сюда попасть? Эти оба лифта ведут именно в офис. Ну-ка, иди сюда. Здесь точно ничего нету. Нет, точно, ни хрена нема. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Блин, я даже один патрон не подобрал где-то там. Ладно, поздно уже туда идти. Frosty, блин, не знаю я. Что не так? Up, вызвать эти лифты нельзя. Что нужно такое сделать, чтобы туда попасть? Вопрос, ну прям очень интересный. Откровенно непонятно, что делать. Нужно добраться до уровня охраны на подъемнике. Ну хорошо, я не против. Каким образом я должен это сделать, если они заблокированы? Вызвать их нельзя. Может быть, где-то какие-то закладки. Только можно в офис подняться на этих лифтах. Где меня встречают и ксеноморфы, и бойцы Вейланд Ютани. Компании этой дурацкой. Надо где-то, блин, спрятаться хотя бы в помещении. Вот в этом вот. Хотя они туда ходить не будут. Отойдите от дверей. Так. Я смогу осмотреться. В этих помещениях еще мои бойцы не были, кстати. Возможно, там что-то имеется интересное. С этой стороны тоже какие-то лифты. Может быть, их надо вызвать?
They're heading our way. Но других вариантов пока что у меня нет. Придется попробовать. You know, вот эти все свалят, засранцы. По кругу бегают. И попытаюсь это сделать. Также было бы неплохо поставить детектор движения. Дополнительный здесь. Все, погнали. Вперед, команда. Ну-ка, возьми образец. Остальные сюда. Возьми образец. Там разобрались с ксеноморфами. Да, действительно, можно вызвать подъемник тут. Это круто. Образцы собрали. Это еще круче. Ну и где мой лифт? Что происходит? А вот, неужели? Заходим. Заходим. Нечего с ними сражаться. Валим с этого этажа. На уровень охраны перемещаемся. Целое дело, блин. Попробуй пойми, с какого лифта еще нужно попасть. И сразу начинается бой. Воу, воу. Давай гранату туда. Ксеноморфов целая толпа. Еще давай гранату. Е-е-е, класс. Теперь с этим вот разбирайтесь, ребятки. Потому что они нам ни разу не союзники. Теперь второго. И ксеноморфа тоже нужно добить. Морф откис. Двигаемся. Как-то он сильно ранил уже моего бойца. Надо бы его подлечить. Вы его атаковать не будете? А. Очень интересно. Тут второй лифт. Здесь нельзя пройти. Получается... А куда мне вообще? Я нигде не могу выйти. Завязывай, нифига себе, он меткий какой. Гранату лови, поганец. Это никуда не годится. Лечим бойца. Что такое? Подлечил ты? Еще разок тогда. Показываю медпомощь. Почему-то стресс накапливается. Здесь на пулемете 7 патронов. Здесь на автомате 2 патрона. У этого 5 патронов. Здесь 14. Перезарядка. Нужно найти карту. Нужно найти карту. Получается вот сюда вот. С той стороны движение. А мне все равно туда нужно идти. Исследование прервано. Вот это хорошо. Хотя бы стресс накапливаться не будет, но уже стресса прилично. Нужно будет поискать, где унять этот стресс. В каком-то помещении. Там прошла какая-то зараза. Поставлю детектор сразу здесь. И, пожалуй, стоит установить все-таки мину на проходе. Явно лишнее не будет. Поставлю. Все, теперь давай бегом сюда. Теперь проскочить вроде бы, да. Нормально. Ух ты, сколько здесь припасов. Ничего себе. Аптечка. Аптечка, аптечка. Ну, все аптечки не влезут. Можно воспользоваться, в принципе, на проливом для вот этого засранца.
Так. Пополнили запас аптечек, это хорошо. Ух, как их там много. А мне нужно попасть вот в это помещение, чтобы получить карточку, да? Здесь прям очень их много бегает. Пам-пам-пам. Ну давай попробую зайти, гляну, что происходит. А, в соседней комнате. Вот оно что. Кстати, здесь можно унять стресс. Это офигительно. Давай, завариваем сразу. И команда немножко отдохнет. Плюс дополнительная обойма. Еще и фельдшер дает восстановление очков здоровья на единицу для всей команды. Прикольно. Но дополнительных обоим нет в этот раз. Удачливых бойцов, которые из мусора находят патроны, нет в команде. Ну хорошо. Все, стресс уняли. Выходим. Вот теперь нужно максимально быстро добраться до вот этого помещения. Но... Да, заблокировано. С той стороны кто-то идет. Кто идет? Динаморф идет. А ну-ка, бахни его. Ты успеешь. Ты вполне себе успеешь с этим гаденышем разобраться. Здесь можно открыть, кстати. Идем в этом направлении. Как раз мне сюда и нужно попасть. Хорошо. Давай тогда. Да ё-моё. Еще один выползает. Бахни его тоже. Нельзя допускать волны, иначе мы не справимся без турелей. Еще один. Да сколько вас там? Охренеть. Почему они выходят сразу пачками оттуда? Ладно. Какой враг рядом? Скрывай давай. Ух ты. Бегом сюда. Что нужно делать-то? Как выключить? Ты возьми данные. Не понимаю я, что тут нужно сделать. Документы? Хорошо. Вот этот вот. Ага, получить данные с датапада тоже возьмем. Как раз получили данные про комнату охраны. Прикольно. Тогда давай. Помещение напротив. Бегом. Мы сейчас скрыты. Это замечательно. Блин, но только здесь нужно будет взрывать. Сразу сюда все сбегутся. Что происходит? Нет, не стали сюда идти. О, есть патрончики, кстати. Возьмем патрончики. Патрончики, это хорошо. То у меня всего лишь 4 обоймы осталось. Это не есть хорошо. Можно попробовать обойти, конечно. Не взрывая тут ничего. Давай, патроны, материалы. Не получится. Только можно боезапас пополнить. Еще, кстати, есть обойма.
И турелька есть в соседнем помещении, как я ее не заметил. Турелька нам точно пригодится. Давайте бегом сюда. Там какой-то табун носится в соседнем помещении, в этой комнате охраны. Будет бой, блин, да ну. Долбаный бегун, что ты там бегаешь? Две турели сразу в ящике. Воу! Нифига себе. Ну ты можешь не палиться? Да чтоб тебя. Бегуны, конечно, обнаруживают очень быстро. Теперь уже пофиг. Давай. Взрываем стенку. И чё? И дробаш типа мина? Мимо дробаш, серьезно? Я в шоке просто. Как так-то? Давай дробаша еще раз. О, зацепило, кстати. Хорошо. Выходим назад, добиваем этого ксеноморфа. Отходи сюда. Окей. Ну, долго там она будет взрываться? Воу! Давай, с дробаша сразу. Есть, разобрались. Заходим. Заходим максимально быстро. Еще внушение подрубаю. Чтобы стресс так быстро не накапливался. Бегом, 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 бегом. Морпехи, ну. Уж мы никак. Группируемся. Вот тут будет битва веселенькая, похоже. Ладно, попробуем. Оружие к бою. Наемники, с которыми нам предстоит сражаться, будут биться на последней капле крови. Офигительно просто. Давай дробаш в ту сторону. Хорошо. Идем. Есть. Бегом. Здесь что? Никого не видать. Припасов тоже никаких я не вижу. Продвигаемся. Раненых пока что нет. А, есть аптечка зато. О, аптечка пока что не нужна. Вот он. Есть. Можно обойти, что ли? Мы попробуем обойти. А вдруг получится? Исследование прервано. Офигенно просто. Это что? Это кто? Это наемники. Тогда сюда. Возьмем вот эти вот материалы. И нам точно не повредят. Вот там драка ксеноморфами происходит. Вот же ё-моё. Ну давайте, давайте. Гранату ловите. Выходим. Выходим, гасим вот этих вот. Мне куда нужно попасть? Мне нужно попасть куда-то вот сюда вот. Окей. Вы добили? Нет еще? Не хватило оглушения от гранаты? Серьезно? Вот это жестко. Подвигаемся сюда. Вот этого мочите. Гранату сразу давай. Бам. Хорошо. Валяются. Идем. Хватило бы патронов.
есть. С этими разобрались. Там вдалеке. Здесь что, нет прохода, блин. Нужно обходить. Нужно обходить. Ладно, хватит с ним там сражаться. Пробегаем. Пробегаем, давай. За поворот. А теперь убейте его. Бегом. Здесь ничего нет полезного. Здесь ничего нет полезного. Бегом. Вот этого теперь можно добить. Куда мне нужно попасть? Вон туда вот, окей. Давай тогда возьму патроны. Не-не-не-не-не-не, вали-вали. Не надо палиться ксеноморфом, там они бегают. Этого мне только не хватало. А ну-ка. Со снайперки его сними, пожалуйста. Ты не видишь, что ли? Разведчик, ты такой разведчик. Выходи давай. Не нужно видеть этого ксеноморфа. Вот зачем они начали атаковать? Ладно. Тут уже ничего не попишешь. Хорошо, Улей начинает преследование. Тут еще из вентиляции выпрыгивает один. Так. Разберитесь с ним. Заходим сюда. Здесь тупик, что ли? Здесь тупик, похоже на том. Вот этого бойца нужно полечить. Вот этого бойца нужно полечить. Волна, класс, блин. Ладно, турельки в принципе есть. Давай, вскрыть. Заходим. Открыть двери. Есть. Двери открыты. Еще один боец сильно ранен. Где будем отбиваться от волны? Здесь куча мертвых бойцов валяется. Даже не знаю, где тут можно отбиваться. Комнатки слишком маленькие, атакующая волна уже достигла сектора. И это откровенно паршиво. Ладно. Ставлю одну турельку в этом направлении. Вторую. А в том же самом направлении ставлю, давай. Вот этого бойца нужно полечить, иначе у него серьезные ранения слишком. Уж он не выживет, скорее всего, в битве. Так, они там сражаются с вражескими бойцами, это хорошо. С какой стороны будут врываться? Сверху. Да? Нет, не сверху, блин, снизу. Огонь. На подавление давай. То есть турели мне не помогут. Граната пошла. Вообще с двух сторон. Ой-ой-ой. Ой, как плохо. Дробаша гаси. Отходим вниз. Вот этого мочите.
Похоже, это загрузка, блин. Одного бойца уже слишком сильно ранили. С дробаша гаси. Отходим, 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 отходим. Да, смерть. Блин. Просто блин. Подловили в паршивом месте меня. Где сохранение? Ага, сохранение как раз здесь. Тогда бегом сюда. Бегом, 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 бегом. Обыскать. А что, волны не будет, типа? Ой, патрончики. Еще патрончики. Патрончики, это классно. Куда дальше идти? Тут еще материалы были. Инструменты были. Нужно добраться до террасы. А вон они несутся, все вижу. Вижу противников. Давай, турель. Вот сюда. Вторую турель. Вот сюда. Устанавливаем. Попытаемся отбиться. Огромное количество сигналов прибывает. Есть 4 навыка, в принципе. Ох, как их много бежит. Обалдеть. Турель установлена, турель установлена. Отходите назад. Отходите, блин, ну отойди ты оттуда. Стоит. Встречает лицом. Граната пошла. Огонь на подавление. Граната еще. Есть. Пока что более-менее. Еще один бегун, сдробаша его. Сколько там еще? Двое или трое? Навыков уже нет. В принципе, могу подрубить воздаяние. Но, скорее всего, придется сделать перезарядка у некоторых бойцов. Не восстановится, что ли, очки командования? Похоже, не восстановится. И нормально. Нормально обошлось. Еще как минимум двое, да, двое бежит. Будем встречать. Здесь надо будет воспользоваться двумя аптечками. Давай дробовик готовлю сразу. Давай. Огонь. Бам. Хорошо. С одним разобрались, еще один несется. Давайте, 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 гасите его. Все, волна закончилась. Хорошо. Дальше. Медицинскую помощь. Взять образец. Хорошо, вот этого тоже полечить нужно. Так, забрать турельку. И вот этого бойца тоже вылечим. И вторую турельку забираю. Вот и хорошо. Сваливаем отсюда. Сюда? Как-то их там очень много несется. Блин, да серьезно? Ладно, нафиг. Материалы мне не нужны в таком случае. Он может выйти боком. Отходим, 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 отходим. Мертвым материалы не нужны. Ой, как вас там много бежит. Блин.
Гранату запускай. Бегом сюда. И мы успеем отступить. Так, бегом. Нужно открыть вот это вот. Ю-пресете, иногда опять ксеноморфы сидят. Поджидают меня, блин. А у меня нет навыков, которые бы мне помогли отбиться от этого засранца. Вот что, с пистолетом, что ли? Нет. С винтовкой все хорошо. Опять идет обнаружение. Так. Ну, какие враги рядом? Ну, что вы начинаете? Блин, это серьезно. Ладно, занимаем вот эту позицию. Сначала нужно избавиться от этих двух. Исследование окончено. Уже хорошо. Давай, граната пошла. Открыть все еще не могу, нет. А рядом враги. Ну что вы, будете его добивать? Давайте, парни. Хитрый гаденыш прячется. Все. Открыть. Стресс накапливается. Валим отсюда. Без ранения никак не обойтись. Постоянно мои бойцы ранены, блин. После миссии вообще никак не получается. Сперва разберемся с турелями. Давай сюда. Отключить. Класс. Ё-моё, сколько вас много ползет сразу. Гранату сюда. Бам. Хорошо. Четкое попадание. Я ж тебя только подлечил, уже сильно раненый боец, обалдеть. Еще один несется. Воу! Этого только не хватало. Сверху еще десантная шлюпка нас атакует. Ну, мы тут скрыты, в принципе. По крайней мере, пока что. Полечи-ка его. Дрона пытается уничтожить. Уходим отсюда. Дрон дестроит, да. Не, выходить не надо туда, ты чего? Ну, ты свалишь? Можно, конечно, починить, но такое себе. Зажали, конечно, с двух сторон просто. Это жестко, даже с трех сторон. Ой-ой-ой-ой. Так все плохо. Гранату сюда запускай. Зацепим. Шлюпка это свалит. Как-то не особо-то она сваливает. Воздаяние подрубаю. Трабаша гаси. И что? Нужно убегать тогда. Валиваем. Давай, 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 давай. Блин, с этой стороны опять. Ксеноморфы несутся. Нормально. Разобрались. Бегом. Бегом, бегом, бегом. Нужно вырубить еще одну турельку. Отключить. Отбиваемся. Гаденыш еще прыгает. Сбит с ног. Добивающий удар.
Ну, что вы? Два урона, ё-моё. Что за жесть? Лечи. Лечи, давай, 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 давай. Аптечки так быстро кончатся. Защитные турели обезврежены. Подмога. Давай, парочку ракет. Нифига себе выкрутасы. Прямо таки высший пилотаж. С этими разобрались. А теперь нужно вот сюда. Бегом. Бегом, 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 парни. Ну-ка, 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 ну-ка. Заходим. Вызвать подъемник. Здесь... Да нет, на пролив не буду применимать, потому что аптечек практически не осталось. Заходим в лифт. Апартаменты Прайс. Куда идти нужно? Ага. Угу. Хорошо. То бишь вверх. Продвигаемся. По патронам, в принципе, нормально. Граната сразу пошла. Идем вперед. Там даже патроны можно будет взять. Одного минуснули. Вот этого добейте. Продвигаемся. Есть. Разведчик ни хрена не видит. Вот, давай. Сними его. Готов. Так, аптечка. Берем. Нету ключа карты, чтобы открыть. Там, походу, будет веселая заварушка. Не-не-не. Пускаться мы никуда не будем. Здесь возьму материалы. Могут пригодиться. Так. И продвигаемся. Бегом. Бегом, 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 бегом. Фаза защиты. Ну, раз фаза защиты, по-любому турели мне нужны будут. Ставлю как-нибудь вот так одну турку. Ставлю как-нибудь вот так вторую. С какой стороны будут атаковать, вообще непонятно. Будем пытаться отбиваться. Вот уже есть движение. Ксеноморфы атакуют. Ладно. То есть, по факту, они могут вылезти с любой стороны. Вполне себе. Но буду надеяться, что атаковать будут преимущественно отсюда. Поэтому...
Давай огонь на подавление. Есть еще 5 навыков, которыми я могу воспользоваться. Можно, в принципе, поставить пулемет как третью турельку. Но уже поздновато. Давай подсвечивание вот сюда вот, чтобы увеличить точность. А то на стрессе мои бойцы. Не повредит, я думаю. Главное, чтобы хватило патронов. Ну и теперь, да, по бокам будут лезть. Это паршиво, конечно, откровенно. Давай сюда. Вот этого гасите. Ладно. Один готов с этой стороны, еще один бегун. Снимите его, гранату запускаю. Бах, есть попадание, хорошо. Второй готов, еще один бегун несется. С той стороны обычные дроны. Но главное разобраться с бегуном. Хорошо. Есть. Есть, есть. 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 Как-то их очень много, прям очень много. Выползает. Еще бегуны несутся. Вот этого убейте. Там турка, в принципе, разберется. Пока что более-менее. О, о-о-о-о-о. Шустрый какой. Вот этого давай гасим. С этой стороны еще один ползет. Так, реально может патронов не хватить. Прям, ну, очень много их выползает. А с пистолетов мы тут не справимся. Ни хрена. Хорошо, что здесь они пройти не могут. Только с этой стороны. Я, получается, турели правильно установил. Все? Или еще будут? Блин, да насколько вас много? И лезут, какое-то нашествие просто. Не допрыгнуло. Хорошо. Проблема в том, что у турелей заканчиваются патроны. Там по 50 патронов уже осталось. Всего лишь. Я думаю, стоит зарядить турельку вот эту. Есть, фаза закончена. Защита. Ух. Так, давай, образец. Турели нужно забрать. Это по-любому. Взять, взять. Здесь образец. И продвигаемся. Максимальный стресс уже одного, который психопат сумасшедший. Не любит большое количество людей. Проходим. Сюда. Где остальные там? Один, второй. Ну, вещи. Идем. Теперь открыть.
Непонятно, что там будет. Заходим. Майкл, thank God it's you. Together we can fix this. Together? After all these deaths? If memory serves me right, you largely contributed to these casualties, Maiko. You activated the Cerberus protocol, correct? I did. I had to. Right! You did it because you understand. You understand the companies and the general interest are one and the same. Marlowe was right. Well, before he went crazy, that is. The things he found in that mine. What they could mean for pharmaceutics, space travel, security. The applications are virtually limitless. I wouldn't want any of that. Then think about the revenues these creatures represent. Imagine. Space stations, 100 times bigger and safer than Pioneer. So in the end, that's what this is about? Money? Numbers? How could you be such a machine? Really? Oh, not you, Maiko. Spare me the whistleblower lecture, will you? Who do you think I am? A synth? Excuse me. A synth. I've pretty much built this world. You really think a synth would have handled half of what I've done on Leafy? It all makes sense now. What? Maiko, listen. Your assessments, your ploys, two of your teams left for dead, your extensive knowledge of the station, of the atmospheric processors. I'm the damn director of that rock. Don't you get it? And yet, you couldn't stop that protocol. Would you listen to me? Everything out there, it's mine. I could have saved these people. But you didn't. So much power, and you did nothing with it, except protecting the assets of this fucking company. We could have talked. Harper. He would have welcomed you on board, but you didn't think of that, did you? You didn't think of your own life. Not a single time, right? Do you think a human would do that? Maiko, these assets? Marlowe's research? I don't have it anymore. It's all uploaded somewhere on the Otago. Burn it! Print it! Sell it to Siegson or the UPP for all I care. But take me with you, please. Cassandra, where is she? Is she even alive? Do you have that stored somewhere in that carbon processor of yours? Stop it! I am not a synth. Look, she's probably with all their prisoners. In their city, below Olduvai. A city? Marlowe's lair. Ancient and alien. God, he was so obsessed with that place. And then he became obsessed with her. He wouldn't keep Cassandra anywhere else. Now please, take me with you! No. Maiko! Look at me! I'm not a synth! I doubt you're human either. Maiko? Listen to me! I'm not a fucking synth! I am not a synth! I'm not a synth! I'm not a synth. Ох ты, ё-моё, сколько их там ползет. Ничего себе. Обалдеть. Вот это да. Эпичненько так. В конце мне прям понравилось. Выполнено на 97%. Ну, не все материалы, конечно, собрал, но там было опасно. Не стоило оно того. Паранойя развилась еще больше. Да, на миссию брать я его более не буду.
Вообще сумасшедший. Личный стрелок. И смелость. Повышает храбрость. Нет, лучше точность. Давай. Пулеметчику точность очень даже нужна. Далее. Стальная воля. Восстанавливается от травмы через 3 дня. Либо скорость. Но тут скорость и так уже есть. Поэтому стальная воля. Готово. Следующий. Как раз этот самый медик. Мясник. Второго ранга. Хорошо. И ты. Нидзука. Повысился до 6 ранга наконец-то. И можно будет боевого дрона брать. Класс. Повысить точность. Находчивость. После каждого отдыха обойма. Давай вот это. Образцов, конечно, маловато. Блин, и кем я должен отбиваться, если все ранены? Атака идет. Have a nice day, Deputy Administrator Hayes. We're holding for now. No. Damn, he's not doing any better, is he? No. His vital signs are falling fast and hard. If we get him away from these creatures, he might recover. Maybe. Cassandra. We'll get her back, Jonas. I promise. Хорошо. Блин. See you around. Мэм. Вообще есть хоть кто-нибудь способный сражаться? Ну, парочка бойцов есть. Торсон. Один техник третьего ранга. Вот этому технику нужно тогда дать улучшение. У него камень на душе. Еще и пограничное расстройство. Но, скорее всего, у меня выбора не будет. Поэтому давай, тактический дрон. Дальше. Варочный дрон. Дальше. Боевой дрон. Пистолетом, пулеметом оснащается. Перезарядка. Расходует обойму. Вы серьезно? Так там же в пистолете пуль почти нет. И тратить обойму на это. Ну не знаю, это как минимум странно. Этот на терапии. Ты тоже техник. Здесь нет смысла, все равно боевого дрона я не смогу. Отправляюсь в медблок, врачей нет. Блин, я не знаю, каким образом отбиваться. Двумя бойцами? Серьезно? Да уж. Ладненько, на этом давайте пока что остановимся. Всем спасибо за просмотры, лайки и комментарии. Счастья, здоровья, удачи и до новых скорых встреч. Пока-пока.